зло, добро, интернет. Обзор социальных сетей. Всем привет! Доброжелателям и недоброжелателям, влюбленным и любимым, красивым и очень красивым. Это программа «Обзор социальных сетей». Меня зовут Сережа Георгиевич. Поехали! Внимание, внимание! Важная новость! Мы избрали перстом своим того, кто будет представлять народ на юбилейном шоу «Зимняя сказка для взрослых». И это Марина Король! Именно она выступит на одной сцене с Михаилом Шафутинским, Стасом Михайловым, Александром Новиковым и всеми звездами Шансон ТВ. Ура! Поздравляем! Марина Король, накрывайте пока на стол, а я начну уже обзор социальных сетей. Смотрим все Шансон ТВ! Выпуск этот весьма необычный. Посвящен он будет наглым перекупщикам и рекламщикам. Вот мы, значит, запустили продажу билетов на зимнюю сказку для взрослых. Мигом какие-то чуваки скупили самые дешевые билеты и как давай их выставлять не за 900 рублей, а за 2000. Нет, ну кто ж так делает, а? Вот, только посмотрите. Надеюсь, они не все скупили, и вы еще успеете приобрести заветный билетик за 900 рублей. Но это вообще не самое главное. Зимняя сказка под угрозой. Многие нечистые на руку сайты преподносят этот концерт как выступление Стаса Михайлова. А вдруг остальные участники обидятся и откажутся выступать? Там, там, где тебя нет, там, там, летом идет снег. Даже крутой и авторитетный портал «Куда.гоу» пишет: «Выступление Стаса Михайлова и всех звезд Шансон ТВ». И фото Стаса. Понятно, зачем перекупщики это делают. Чтобы на Стасе Михайлове бабосов срубить. Бабосы им нужны, понимаете? Like a boss, From Big LA to Ray. My team stayed rooted up, I call. Обманывают народ. Они считают, что только на Стаса будут билеты покупать. Не понимаю. А как же Гарик Кричевский, Сергей Куприк, Татьяна Чубарова, Юрий Кузнецов-Таежный? На них что, билеты покупать не будут? Да, вот, чтоб вы знали, Катерина Голицына, например, не только кучу народу собирает, но и заставляет их делать вообще что захочет. А как же Михаил Шафутинский, Александр Новиков, Сергей Трофимов, Ольга Кормухина, Таисия Повалий, Вика Цыганова? Слава богу, что никто на нас не обиделся. Все понимают, что это нечистая работа сервисов по перекупке и других мошенников. Мы бандито, гангстерито, мы костето, пистолето. Ой, ес. Друзья, не слушайте никого, слушайте меня. Билеты покупаем исключительно в кассах театра эстрады по телефону 8-495-644-2222 и по ссылке, которую видите на экранах. Зимняя сказка для взрослых – это не сольный концерт Стаса Михайлова, это сборник всех звезд Шансон ТВ. Концерт Стаса называется «Народный корпоратив», и проходить он будет 17 декабря в Олимпийском. Кстати, пацантре, напоминайте о себе и присылайте нам свои клипы, если еще этого не сделали. Это очень просто. Заходите на сайт шансон.тв, жмите на вкладку «О чем поет страна». Заполняйте анкету, читайте соглашение, чпокайте галочку и загружайте свой ролик. Помните, искусство принадлежит, народу. Это была программа «Обзор социальных сетей». Мошенники и перекупщики, спасибо вам за творчество. Но так больше не надо делать. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока!
обзор социальных сетей.